Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и сегодня я хотела бы обсудить с вами такую тему. Какие они, аргентинцы? Сегодняшнее видео только для девочек, поэтому, мальчики, можете отключаться и расслабиться. Нашла себе, кстати, новое местечко, чтобы записывать для вас видео. Посмотрите, какие вон там, вот у меня сейчас пальмы за окном. Но поговорим все-таки о теме, какие же они аргентинцы. Знаете, я 10 лет прожила в Испании, там была 2 раза замужем, общалась с испанцами абсолютно разного уровня, но до сих пор не могу сделать такой обобщенный, да, вывод, какие же они испанцы. Но поскольку с первых моих выпусков вы мне постоянно писали: «Лена, расскажи, какие же они аргентинцы?» Поэтому я решила провести специально для вас эксперимент и устроила для себя такой небольшой мини-марафон 15 свиданий с аргентинцами за месяц. Итак, какие же они аргентинцы? Gracias. Вот мне здесь принесли такой вот классный сачок, и поскольку мне его несли долго, 100 раз сейчас извинились и сказали еще за это сейчас еще каких-то вкуснях бесплатно принесут. Вот. Итак, давайте, девочки, поговорим о том, какие же они аргентинцы. Сразу скажу, что я не ищу здесь никаких себе женихов, отношений. Я уже всем этим насытилась, но как бы специально для вас ходила на свидание. И если кто-то из кандидатов меня чем-то зацепил, то он был удостоен и второй встречи. Итак, что могу я сказать, да, вот на только по собственному опыту сразу хочу сказать, что это не все такие аргентинцы, да, что я общалась только. Вот это будет все подборка на основе моего личного опыта, как это все происходило у меня. Ну, понятно, что все встречи, они были через Tinder. Слава богу, эта платформа работает абсолютно во всех странах мира, она доступна. Есть очень много интересных фишек, особенно здесь, для Аргентины, которые помогают вам сориентироваться в этом мире, с кем встречаться, с кем не встречаться. И прежде всего, в Тиндере мне нравится такая функция, как я могу посмотреть, на каком расстоянии он находится. И поэтому всегда брала такой небольшой радиус, порядка 2 километров, чтобы не уходили из моей зоны. Muchas gracias. Вот такие еще мне принесли вкусняшечки тут. Вот. Итак, что же? Давайте обо всем по порядку. В Аргентине, в отличие от Европы, нужно четко соблюдать статусность, да, и встречаться с мужчинами, которые по статусности немножко тебя выше. Потому что любой европеец, который приезжает в Латинскую Америку, местным населением может рассматриваться как ходячий кошелек. Поэтому очень важно искать людей, которые, вот еще раз повторюсь, выше тебя по статусности. Это вас, чуть-чуть камеру подвину, это вас немножко от этого как бы защитит, предохранит, да? Хотя здесь вот статусность, она сама ими соблюдается, потому что иногда бывает непонятно, что за чувачок там, напишешь ему: «Привет, как дела?», а он тебе может ответить, ну, естественно, что со всеми любезностями, рассыпавшись в комплиментах, но при этом добавить: «Извините, сеньора, но я немножко не дотягиваю до вашего уровня». Или, например, тоже с одним там попереписывалась минут 10, и в конце концов он мне пишет. Ну, я сама понимала, что это не мой уровень, но почему-то мне интересно было просто некоторые шутки с ним потренировать. И в конце он написал: «Ты такая очаровательная королева, я бы хотел тебя видеть в своем дворце, но извольте, у меня нет этого дворца, поэтому извиняйте».
королевишна. Ну, не могу я. Ну, не дорос я до вас. Ну, и, в принципе, это мне нравится. Ну, по поводу еще статусности, что здесь очень легко, по крайней мере, в Буэнос-Айресе, да, это все-таки каждый слой населения, каждый уровень, он живет в своих определенных микрорайонах, в своих барриках. И поэтому вполне нормальный первый вопрос при знакомстве, где ты живешь, да, то есть живешь в Палермо, там живешь в Сан-Исидро, живешь там в Тигре по-любому. В любом поселке Северного коридора, то это класс, да, и, значит, человек будет дальше с тобой продолжать общаться. Если же ты там напишешь, что живешь в каком-то южном микрорайоне Буэнос-Айреса, то, ну, дальше уже все зависит от мужчины, захочет он с вами общаться дальше или нет. Поскольку у меня таких проблем не было, то... Это больше как бы даже был показатель для меня, когда мужчина пишет, где он живет, я для себя определяю, есть смысл дальше общаться, есть смысл вообще с ним встречаться или нет. Но вот как-то в отличие от Испании, мне здесь в этом плане все время везло. Ну и, наверное, самые такие, скажем, бедненький мужчина, это был один, это профессор был университет, который преподает в 3 университетах, публикует свои научные изыскания по всему миру, включая Россию, и скрипач из местного оркестра. Все остальное это в основном люди, которые имеют свой бизнес, адвокаты и так далее. Поэтому, девочки, кто не устроил свою личную жизнь, все давайте в Буэнос-Айрес. Но при этом, кстати, что меня очень так впечатлило, один из жителей, он сам житель Буэнос-Айреса, на сегодняшний день, но корни его откуда-то из провинции, он говорит: «Лена, ты должна понимать, четко понимать, что Портенес, это так сами себя называют жители Буэнос-Айреса, достаточно пакостные люди». Но, не знаю, мне пока везло. Хотя, в принципе, каких-то особых таких глубоких отношений ни с кем не было. Но, ну и плохого, пока ничего со мной не произошло. Что еще? Возрастные категории, да, это всегда вот болезненная тема для девушек с постсоветского пространства, когда там по телевизору каждый день истеричная, вот даже посмотрела, как ее зовут правильно, в прошлом видео не смогла полностью назвать, Роза Сибитова, кричит о том, что женщина, девушка после 30, это уже, в принципе, на брачном рынке биологический мусор. И тут вот недавно мне попалось какое-то видео, где мужчина 40 лет, очень такой представительный, говорит, что ищу для себя девушку там от 30 до 40 лет. Она его там чморила хвост и в гриву, нахрена тебе типа 40-летняя старая калоша нужна? И тут что, издеваешься над нами? Мы что, тебе не можем подобрать более молодую? И это же не только женщины слушают, это же слушают и мужчины, да, но это вообще для меня такой был шок. Я так смотрела с открытыми глазами и ртом, тетя, даже не тетя, баба Роза, ты вообще охреневшая, что ли? Почему 40-летний мужчина не может себе искать 40-летнюю женщину? Один уровень, как бы, один багаж жизненный, опыт достаточно большой, да? Ну, вполне нормально. Вот, и уже в своем видео о эйджинге, да, я говорила об этом, что в Испании вообще как бы обычно ищут партнеров в диапазоне плюс-минус 5 лет максимум. И то бывали случаи, когда мне испанские мужчины говорили: слушай, ну я на 3 года старше тебя, типа я же старый для тебя, да, вот ищи своих ровесников. А в Аргентине немножко не так. В Аргентине, в принципе, плюс-минус 10 лет для них нормально. И даже я сказала бы так, что вот для них нормально в этом вот уже в моем возрасте, да, мне за 50, когда они ищут, чтобы, ну, чуть-чуть помоложе, ну, 5, ну, 10 лет, чтобы была разница, да, в пользу мужчины. Вот, это как бы их подбадривает, наверное, ну, найти сверстника. Встречалась я и с теми, к
кому и младше, чем, меньше, чем мне, да, это тоже, в принципе, нормально, потому что, в отличие от тех же испанцев, аргентинцы, они на свой возраст выглядят хуже, чем испанцы. Опять же, я могу сравнивать только с испанцами севера Испании, да, где у нас, ну вот, стопроцентная средиземноморская кухня, где очень большая влажность, поэтому в 50 лет, в принципе, редкие мужчины там имеют морщины. Они там начинают ближе к 70 появляться. А у аргентинцев не так. Все-таки они не едят рыбу, не едят морепродукты. Едят, но очень мало, да? То есть дефицит, скорее всего, у них вот этих всех необходимых аминокислот. У них меньше они едят овощи. А очень сухой воздух, потому что вот по европейским меркам, да, вот сейчас закончилось лето, а здесь, соответственно, зима закончилась в Аргентине, это сухой сезон, и он нереально сухой. Я когда приехала, я здесь первый месяц очень мучилась, потому что сухость воздуха там 40% была. Возможно, это тоже влияет на то, что они очень быстро покрываются морщинами. С другой стороны, кстати, нет такого большого процента седины у них на тот же возраст, как у испанцев, но выглядят значительно хуже, потому что все-таки испанцы – это европейцы. Они не брезгуют в том числе косметикой, уходовой косметикой, да, пользуются там кремами, маслами всякими, и они выглядят значительно лучше от аргентинцев, которые более брутальны, и я даже не представляю, как это можно аргентинцу посоветовать. Ну, слушай, ну возьми хоть кремиком это лицо свое смажь морщины, мне кажется, это для них будет большим оскорблением. Вот, и в этом вот для меня, как для женщин, например, проблема, да, вот мужчина, казалось бы, моего возраста, блин, ну ты выглядишь уже, ну, далеко не айс. Но с другой стороны, на фоне аргентинок, конечно, мы выглядим более ухоженно, лучше, лучшее состояние кожи и так далее, что дает нам, конечно, огромные преимущества. И, конечно же, тут аргентинцы не скупятся в своих комплиментах. Ну, а что быть жадными на них, если мы, ну, реально выглядим лучше? Если вот с этим расизмом, так сказать, в Европе я не соглашалась, европейки тоже очень ухожены, очень хорошо выглядят на свой возраст, то пока вот аргентинок таких я не встречала. Но совсем тоже на них не надо ставить крест. И, может быть, из-за этого иногда, ну, пару раз мне попадались такие мужские анкеты, когда мужику за 60 там далеко, он пишет: «Дама, если вам за 60, пожалуйста, там меня не лайкайте и не пишите мне». Ну, то есть, да, читаем. Старая калоша пошла в опу. В Испании я такого не помню, чтобы мужчины как-то там такие возрастные ограничения ставили. Ну, в принципе, их право, да, они могут выбирать абсолютно кого они хотят. И еще раз повторюсь, такая вот разница в возрасте до 10 лет для них нормальная, для испанцев нет. Что еще? Сейчас посмотрю, себе такие сделала некоторые заметочки. Ах, невероятно любезные аргентинцы. Знаете, я здесь даже для себя завела словарик, начала записывать новые слова, которые в Аргентине я не знала, которые я не слышала, потому что они всегда, ну, настолько рассыпаются в любезностях, начиная с первых сообщений. Ну, какой женщине это неприятно? Их, мне кажется, этому учат, наверное, еще со школы, потому что практически каждый второй, когда ему пишешь «как дела», он отвечает: «Да были раньше, конечно, классно, но после того, как ты мне написала, я встретил тебя, я просто там счастлив и безмерно». Просто как под копирку это пишет каждый второй, а может быть даже и чаще. Поэтому именно вот эту одну и ту же фразу. Поэтому абсолютно не могу утверждать, что этому их не учат в школе. Возможно, учат. Вот, что еще? Вот очень важный момент. Они сразу обозначают свои намерения, да?
А кто ищет просто короткие интрижки, они об этом сразу вам скажут, чтобы вы не строили никаких иллюзий. А кто ищет серьезные отношения, причем если они их ищут, то так они будут говорить, и даже доходило до такого. Например, испанцы, они боятся серьезных отношений, и поэтому, когда меня спрашивали испанцы, что ты ищешь тут на этом сайте, я всегда говорила, что ищу дружбу, но если посчастливиться, то что-то более серьезное. И это их как бы расслабляло, и можно было хотя бы там встретиться, посмотреть, познакомиться. А у аргентинцев этот трюк не проходит, потому что если аргентинец ищет только серьезные отношения, то вот эти просто дружбы ему, они нафиг не приснились, да, и они так и говорят: я ищу серьезные отношения, никаких интрижек, не буду терять свое и твое время. В принципе, это классно, да, то тут уже вы можете просто быть более откровенными, и если ищете именно серьезные отношения, то об этом можно говорить вполне открыто и никого при этом не спугнуть. Что еще в этом плане мне понравилось? Здесь можно с ними легко заводить именно друзей. Да, не друзей по сексу, как это Foy Amigos есть в Испании, а именно друзей. Вот встречаешься с мужчиной, вот такой: ну, если я вот понимаю тебя, я вижу, искра не зажглась, но если ты захочешь продолжить со мной общение как с другом, я буду этому очень рад. Я этому тоже рада, потому что так у меня сложилось с детства, что у меня всегда друзья были только мальчики, да, потом парни, потом мужчины, и с этим проблем в России у меня не было. У меня не было подружек, девочек, как-то так сложилось. В Испании у меня были друзья мужчины, только те, которыми я обзавелась в тот период, когда я была замужем. Когда же я была девушкой свободной, то вот эта тема как-то с ними не складывалась. То есть им всем нужно было одно, что меня в принципе не устраивало. А с этим как-то вот в Аргентине, по крайней мере, на сегодняшний день намного лучше. Ну, то есть люди честные, да, и не все видят в тебе только самку. Поэтому это тоже такой факт, который мне здесь очень понравился. После первого свидания практически никто не навязывает тебя бежать скорее с ним в койку. Это вообще замечательно, и тут вообще себя в этом плане можешь чувствовать вполне раскрепощенно, да, не бояться, что вот если вы сходили в ресторан, даже в хороший ресторан, что ты обязана после этого что-то там отрабатывать, да, или как там это называется. Это тоже огромный плюс, мужской адрес Аргентины. Что еще? Так, про друзей рассказали. Ну, наверное, во всем остальном, ну, наверное, как и всем, забавляют такие случаи. Например, пишут: а почему ты выбрала меня? Почему ты меня лайкнула? А что тебе понравилось в моем профиле? Да нифига мне в твоем профиле не понравилось. Лайкнула, да, я лайкнула. И еще никто никого не выбирал. Конечно, таких сразу в бан. А вот есть мужчины понятливые, что он не один, что их много. И, например, сообщение: привет, как дела? Мы с тобой на этой неделе встречались. Вот там-то и там-то, на углу таких-то вот улиц мы с тобой ели мороженое, у меня была борода, если помнишь, что вот это я. Если хочешь, если горишь желанием, встретиться еще раз. Вот это я понимаю, мужчина вполне понимает, что он не один такой. Даже вот эти уточнения тоже мне были ни о чем, потому что на том же углу на следующий день в том же кафе, не в том же кафе, на том же углу просто, но в другом тоже с другим ели там мороженое. Ну, тот был без бороды, окей. Но настолько полностью себя описал, что сразу стало понятно, ху из ху, да? А, то есть, ну, реально мужчины понимают, не как те, да, вот. Почему ты выбрала меня? Да никого я нафиг, блин, еще не выбрала. Тут уже главное в телефоне не запутаться, как вас всех квалифицировать, как кого зовут, тем более ассортимент как-то имен не особо большой, хотя побольше, чем в Испании.
там тоже с этим была проблема квалифицировать в телефоне. Так что как-то вот так, девочки, что я вам могу сказать? Если у вас стоит такая цель создать свою семью, несмотря на то, сколько вам лет, приезжайте, все у вас получится. Аргентинцы умеют дружить, аргентинцы умеют уважать женщин. В отличие от испанцев, хотя честно, мне такие даже не встречали, чтобы там на первом Испании кто-то там говорил, давай оплатить напополам, но эти темы часто в соцсетях обсуждаются, когда наши русские девочки жалуются, да, вот пригласил меня на свидание, предложил мне оплатить пополам наш ужин или обед. Нет, в Аргентине все-таки они больше мужские, да, это какая-то часть мачизма, можно сказать, но такого хорошего мачизма, там вплоть до того, вместе собираемся на пикник, да, зашли в супермаркет, набрали все, что хотели на пикник, ну, я так, чтобы уж совсем такой стоящей в стороне барышни, ждущего своего поезда не казаться, решила помочь на кассе собрать пакеты все и беру пакеты. Господи, какой ребенок невоспитанный. А вот беру эти пакеты в руки, на что получаю укор. А вот нечего тут из себя русскую сильную деваху строить. Еще чуть не хватало, чтобы ты пакеты носила. Боже, я помню, для меня это была просто проблема из проблем в Испании, да, когда я там со своим Люсей жила 7 лет. Я 7 лет вместе ходили в супермаркеты, и я таскала эти пакеты в руках, да, там до машины, ну, до машины, ладно, там в супермаркете на тачке, а потом дома, когда пришел, и на наш третий этаж, на котором мы там жили, в пентхаусе нашего особнячка, нужно было на руках тащить этот десяток пакетов там, с пачками молока, как всегда, тяжелые овощи, фрукты тяжелые. Я всегда думала, господи, неужели я для того замуж выходила, чтобы пакеты таскать? И он никак, вот эта тема была непробиваемая, он мне говорил все время, мы равны. Слава богу, в Аргентине мачизм в этом плане присутствует, мы не совсем равны, и можно из этого какие-то плюшки все-таки получать. Если мачизм в плане агрессии, я не могу сказать, да, то есть у меня особо серьезных отношений ни с кем не было. И пока еще даже вот как бы, как я уже сказала, особо я их не ищу, и просто знакомлюсь ради интереса, чтобы понять, какие они аргентинцы. Вот как бы читала, что матриархат здесь тоже присутствует, и феминистки тоже здесь свое дело сделали, держат мужиков так вот кулаке, поэтому не могу говорить за всю Аргентину, но думаю, что вряд ли насилие в семье здесь есть. Все-таки это такая глобальная проблема, над которой борются во всем мире, да, и во всем мире женщины давно имеют свои права. Думаю, что в этом плане тоже. Вот, на этом, пожалуй, у меня сегодня все. Я уверена, что не ответила на все ваши вопросы. Так что пишите вопросы в комментариях. Нового видео пока на эту тему я не планирую снимать, поэтому отвечу каждый в комментариях. Пишите все темы, какие вам интересны и по этому видео, и на какие темы вам еще снимать, что вам больше было бы интересно узнать об Аргентине. Так что на этом всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что вон там в самом низу на моем канале я каждый день выкладываю короткие видео, шорты, да? Каждый день у меня есть маленькое видео о какой-то интересной истории из истории Аргентины или о каком-то, о какой-то интересной достопримечательности. То есть каждый божий день, помимо вот этих длинных болталок и прогулок по городу, я для вас выкладываю шорты о самых интересных местах и событиях, которые проходят в городе Буэнос-Айрес. Всем пока-пока и всем прекрасного настроения!